Усиня Магомедов Руфат, Урал, Сибирский федеральный округ, представитель города Тюмени. Вот видите, захват, моментальное проведение одноименного зацепа, красиво. Судьи его оценивают оценками Юко. Имеет преимущество представитель Урала. Вот видите, дзюдо, два цвета, там желтая, это рабочая зона, синяя, это зона безопасности и спортсмен. Вот, пожалуйста, проведение снова техники, броска с колен за рукава, оценка Юко, падение на бок. Так вот, за желтую рабочую зону спортсмен не имеет права выходить. Если он вышел, он моментально должен вернуться, либо последует наказание, либо проводить тут же, быстро проводить технику. Вот что на краю происходит борьба. И моментальный переход в партер. Что мы видим? Идет попытка проведения удушающего. По правилам соревнования дзюдо, после проведения броска из желтой зоны в синюю, если нет оценки, но есть продолжение технического действия в партере, оно должно быть не остановлено. Вплоть до того, если будет реализация, либо завершится спортсмен противоположный, сможет защититься. Пока встречу ведет две оценки Юка, дзюдоист в белом кимоно. Сип, поправка в синем кимоно. Вот мы снова видим атаку. Попытка через спину с колен с переходом от броска от спины, бросок одноименный зацеп. Красивая комбинация. Судьи оценивают данный бросок. Оценку в Азаре. Вот что значит проведение очередного броска и чистую победу на татами одерживает дзюдоист в синем кимоно Магомедов Руфат, Уральский федеральный округ, город Тюмень. Что мы видим? Просмотровая комиссия посмотрела данный бросок и принимает решение, что на данный бросок дается оценка Юка. Поэтому здесь два в Азаре нету. Но вот видим скорости. И тут же проходит атака, которая завершается броском в Азаре. Победил Магомедов. Ура! И победу одерживает Магомедов Руфат. Чистую, убедительную победу. Это приглашает.